компактный смартфон, чтобы помещался в кармане, или планшет, чтобы было удобно играть и работать. Выбор не из легких. А что, если и то, и другое в одном флаконе? Это возможно. Торговая марка Digma не так давно выпустила смартфон и планшет IDX5. Или смарт-пэд, или планшет и смартфон, называй как нравится. Это 5-дюймовый девайс, весит всего 210 граммов. В руке лежит удобно, карман не тянет. И вместе с тем дает тебе действительно много пространства для самых разных занятий. На большом экране разрешением 800 на 480 точек удобно смотреть фильмы, фотографии, играть в игрушки или серфить по сети. Время поработать? Аппарат под управлением операционной системы Android 4.0 предоставляет доступ ко всем возможным сервисам Google, в том числе и электронной почте Gmail, а также массе офисных приложений. Набирай текст, редактируй таблицы, отсматривай презентации. Все это в твоем кармане и буквально на кончиках пальцев. Коллеги просят выйти на связь? С фронтальной камерой полноценные видеозвонки по Skype не проблема. А основной фотомодуль разрешением 5 мегапикселей позволит запечатлеть все самое интересное для личного блога или семейного архива. Пора в дорогу! Легким движением руки устройство превращается в навигатор. Нативная поддержка карт Google, встроенный GPS-модуль и возможность установки дополнительных навигационных программ из магазина приложений Play Market не дадут тебе заблудиться даже в самых запутанных переулках. Звонишь родителям? Набирай номер прямо на экране Digma IDX5. Жми кнопку вызова и разговаривай. Даже гарнитурой пользоваться не обязательно. И вот еще одна фишка модели. В твоем распоряжении сразу две сим-карты. Одну можно использовать для голосовых вызовов, а другую для мобильного интернета. В том случае, если нет поблизости Wi-Fi, конечно. В функциональности смарт-пэда Digma IDX5 мы убедились. А как насчет производительности? Итак, внутри трудится процессор, построенный на базе архитектуры Cortex-A9. Помогают ему 512 мегабайт оперативной памяти. Сама по себе начинка весьма типичная. Запускаем синтетический тест Quadrant Standard Edition, чтобы посмотреть, как все происходит на самом деле. Как видишь, для бюджетного сегмента результаты весьма неплохие. Для хранения данных отведено 4 гигабайта встроенной памяти. Понятно, что это не потолок. Расширить объем можно при помощи карт формата microSD. Слот вот здесь под крышкой. А вот здесь есть порт USB. Он нужен для зарядки устройства и сопряжения его с компьютером. Емкость аккумулятора составляет 2200 мАч, что обеспечивает до 120 часов работы в режиме ожидания и около 6 часов работы в режиме разговора. Отличные показатели для столь нафаршированного девайса с двумя сим-картами. Digma IDX5 не решит всех твоих проблем и зимы не отменит, но одной головной болью точно станет меньше. Отныне никаких сомнений вроде «большой» или «маленький». Все и сразу, конечно. Это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине «Связной».